Создание в республике института развития взамен двух структур – дело решенное, но сама процедура объединения фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности и корпорации развития требует времени. Об этом говорили сегодня в Доме правительства. Новая структура будет сотрудничать с уже работающими в республике инвесторами и станет управляющей компанией для существующих и будущих технопарков и промышленных площадок. Механизм льготно-заемного финансирования позволит предприятиям формировать долгосрочные программы, увеличить выпуск импортозамещающей продукции, создавать новые рабочие места. Своего часа уже ожидают сотни инвестиционных проектов. Каждый из этих проектов достаточно интересный. Где-то они подлежат под формат фонда, где-то не подлежат под формат фонда. Но мы считаем, что все из них нужно брать в проработку. И так или иначе, это 200 с лишним проектов. Это значит, инициатива наших предпринимателей. Там, начиная от самых небольших, там, несколько миллионов рублей, там, 2-3, заканчивая серьезными, миллиард, там, под несколько миллиардов. Вот часть из этих проектов уже реализуется. Там, тот же химпром, перекись водорода и так далее. Сегодня фонд развития промышленности в республике капитализирован на 1,5 миллиарда рублей. В прошлом году в консолидированном бюджете республики осталось в разы больше неиспользованных средств. Причин неосвоения много, в их числе некачественные проекты, отсутствие должных экспертиз. Эти деньги вполне можно перераспределить в пользу нового института и его потребностей. Возможностей достаточно много. Поэтому мне бы, конечно, хотелось, чтобы как можно быстрее прошел этап становления вот этой новой структуры, регламент взаимодействия или какой-то алгоритм отбора этих проектов, да, то есть вот как можно быстрее нужно приступить уже к практической реализации, потому что средства они есть, и нужно как можно быстрее набирать конкретные проекты и запускать их в дело. Наблюдательный и экспертный совет готов возглавить Олег Николаев. Учредителем станет правительство, которое и определит состав представителей. Рифат Фаткулин, Юрий Марков, Республика.